Я сейчас участвую в проекте «Форсаж». Он есть также на эфире, также и на троне. Мне нравится его маркетинг, потому что я могу получить 100% выплаты с данного партнера. Причем у меня никакие средства нигде не замораживаются. Они напрямую идут в мой кошелек. То есть нет какой-либо заморозки, которую ты не можешь вывести, если, допустим, ты не дошел до какой-то матрицы. Да, вот как, допустим, у меня было в просто гейм. У меня там заморозки висят мои доллары, которые я, наверное, уже никогда не заберу оттуда, потому что на данный момент я этим проектом не занимаюсь и заниматься не собираюсь. Вот эти средства, они у меня на балансе, но забрать я их не могу. Еще такой момент, что очень много людей нужно было звать в Простогейм, да, для того, чтобы дойти до определенной матрицы. Потому что если начать считать, это огромное количество людей, чтобы просто дойти до второго стола. Это очень сложно на самом деле. И в проекте «Форсаж» есть такая еще фишка, то, что здесь неограниченная первая линия, то есть ты сколько угодно людей можешь приглашать в свою первую линию, получать 100% выплаты с матрицы X3 и с матрицы X4. Вот смотри, Зульфия, вот хорошо, что ты сказала, вот как раз сразу нашим как бы зрителям, которые будут смотреть это видео, сразу покажем на примере то, что, во-первых, ты сказала, что здесь не надо много людей, вот мой аккаунт по «Форсажу» на эфире, здесь в первой линии всего 15 людей. Из них там, ну, реально там работает, наверное, там, я не знаю, сколько человек, может, 10, да? Вот сумма на данный момент, которая заработана в данном проекте. Это больше 1 000 000 рублей. Это те слова, это как раз подтверждение, что не нужно там, как нам показывают в каких-то там проектах, нужно привлечь там 100 тысяч там или 10 тысяч каких-то там своих там партнеров, рефералов, вот, как их называют еще рифоводами, которые там выстраивают кучу людей, приводят и сами зарабатывают 2 копейки. Показывают там 10 тысяч, они заработали 30, 50. Здесь заработано 1 000 000, всего лишь 15 человек. Из них там 10, которые, ну, реально работают. Остальные там пришли просто так. Потом ты еще сказала, что вот смотри, даже в чем плюс данного проекта еще, что здесь бесконечная первая линия. Там, если даже вот идем сейчас сравниваем с тем же просто гейм, там сколько там, 2 первой линии, да, там, по-моему, там 4 или сколько там по второй, как бы, ну и как большинство бинарных проектов, они, или там тринарных проектов, у них всегда какое-то ограничение первой линии. И там уже проблематично зарабатывать серьезные суммы, потому что если ты привел случайно людей, пригласил тех людей, которые не зарабатывают деньги, не активничают, ты ничего не зарабатываешь. Здесь же можно зарабатывать даже с одним человеком. Есть такие аккаунты у нас, как бы будем, ну, там позже будем показывать, сейчас не будем время на это тратить. Здесь можно заработать, вообще пригласив одного активного человека. Опять же, смотри, здесь раз начали разговаривать о том, что приглашать людей, смотри, как бы, как много ты людей пригласила в этот проект, и как вообще, насколько там, вот многие там сразу, у них такое возражение. Я не умею приглашать людей. Почему? Вот как ты вообще с этим разобралась? Что для тебя приглашение в проект данный? Для меня лично? Да, да. Это, ну, это тяжелый труд, или ты как-то вообще играешь. Есть же такое, как бы, ну, я помню, понравилось больше всего мне, ну, ответ на это возражение у нас просто, я не помню, по-моему, в команде кто-то сказал, ну, ему задали вопрос, ну, ты знаешь, как бы, классный проект, классный заработок, реально я там разобрался, но у меня проблемы всегда с приглашением, потому что я начинаю там друзьям рассказывать, и они говорят, ну, ты знаешь, я не умею приглашать, я ничего не заработаю. И ответ был гениальный такой. Он задал вопрос, говорит, а ты умеешь и любишь приглашать людей, ну, своих друзей, например, там, пойти в кафе? Как тебе приятно позвать там своих друзей в кафешку пойти там, куда-нибудь там потанцевать где-нибудь, там отдохнуть? Ну, естественно, каждому человеку приятно. И он говорит, ну, смотри, если тебе, у тебя реально хороший повод пригласить своих друзей, рассказать о чем-то, ты не будешь испытывать какой-то страх, ты, наоборот, будешь испытывать удовольствие каждый раз, приглашая проект. И большинство людей, которые здесь хорошо зарабатывают, они относятся именно к тому, что даже это не столько приглашение, они рассказывают о классном проекте, который дает возможность без риска там потерять, без риска каких-то там деньги уйдут там каким-то админам. Они просто рассказывают о классной возможности, показывают свои заработки, делятся своей, ну, как бы, по сути, они делятся тем же самым, той же радостью, тем предвкушением, что вот они заработали, и сейчас они
понимают и видят, что их друзья тоже могут заработать, естественно, они будут благодарны. То же самое, как если бы там пойти куда-нибудь отдохнуть кафешку с друзьями, и потом все рады и довольны, как бы, об этом рассказывают всем. Поэтому, ребята, тут смотрите, как бы, этот проект вообще, по сути, как бы, сам «Форсаж» создавался, ну, тоже чуть-чуть в сторону отойду, чтобы вы поняли. Я просто сейчас объясню, почему в данном проекте, на данный момент, только на проекте «Форсаж» на эфире уже почти 1 000 000 людей. Люди присоединяются постоянно. И почему заработано именно уже в рублях больше 23 миллиардов. И эти деньги, самое интересное, те, кто знает о проекте, ну, те знают, что они не уходят никаким админом, они сразу с кошелька вашего на кошелек поступают. Просто в тот момент, когда вы строите свою команду. А строить команду мы, опять же, учим в нашем клубе. И, естественно, тут даже и новички, просто проходя определенные задания, просто участвуя в марафонах, они начинают приглашать людей строить команду. А, опять же, все те же миллионеры, которые там зарабатывают деньги нормально, они всегда рассказывали о том, что не нужно искать работу, как многие там думают, там, найду там себе 3 работы, 4, и позакрываю все кредиты свои, куплю себе машину классную и там вообще, и уеду отдыхать на Бали, на Бали там. Ничего такого не будет, ребята. Вы просто позакрываетесь, ну, создадите себе проблемы, полностью там будете работать на аптеку. Здесь же проект, который вы реализуете свои цели, это так называемый краудфандинговый проект, основа его. То есть краудфандинговые проекты – это те, которые позволяют при построении команды, ну, основа его, вы рассказываете о том, что можно, есть возможность заработать. Это такого рода как бы касса взаимопомощи, как раньше была. То есть люди выстраиваются в одну команду, и каждый закрывает, помогает другому закрывать его цели, зарабатывать деньги. Здесь все так устроено, что идет построение команды, идет построение так, матриц этих так называемых, бизнес-места заполняются, и зарабатывают не только вы, но и те люди, которых вы пригласили, те люди, которые вас пригласили. И здесь каждый, вся команда друг другу помогает строить именно и зарабатывать деньги. И, по сути, здесь основа, здесь прописываешь ты свою цель, у кого-то здесь квартира, у кого-то машина, и пишешь, какую сумму ты хочешь заработать. И люди, когда заходят в этот проект, в твою команду, они, по сути, помогают тебе своими деньгами, а ты им своими и своими действиями. Так они выстраиваются в одну линию, в одну команду, и, естественно, каждого закрываются цели. И почему мы выбрали данный проект для нашего клуба? Потому что именно данный проект, данная его структура помогает именно реализовать такую коллективную, ну, крауд, это толпа переводится, фандинг, это, ну, так, инвестиции, поддержка, так сказать, материальная друг друга. То есть здесь основа такого, как бы, ну, кто слышал, были раньше такие проекты, как где там, ну, кассы взаимопомощи, где люди собирались там на определенный кому-то там холодильник, это еще наших родителей было, кому-то машина, кому-то кредиты закрыть там, ну, и люди просто скидывались, выстраивались в эту команду, и все закрывали свои цели, свои потребности. Сейчас у людей потребности еще больше, проблем еще больше, и боли еще больше, которые надо как бы реализовывать. И когда человек сам пытается реализовать эти боли там, позакрывать свои материальные, ну, он только ищет больше работы, больше там каких-то там возможностей заработать, но он, по сути, просто теряет свое время и начинает, естественно, ну, не реализует свои цели. Здесь же можно на базе данного проекта можно реализовать. Плюс, опять же, идет обучение от нашего клуба. Поэтому те, кто новички, кто там не умеет, как там они строить команды, там, зарабатывать в интернете, они все получают такие знания, которые позволяют им именно зарабатывать в команде. Не самим, они не брошенные какие-то, не бегают там какие-то на каких-то 3 работах, подработках, там, я не знаю, с утра до вечера. Здесь все выстраивается при помощи силы команды. И, там, наша любимая в клубе пословица «Вместе мы сила», она здесь реализуется максимально в данном проекте. Плюс, опять же, Зульфия, расскажи, почему именно из всех проектов ты выбрала, ну, ты осталась как бы, я думаю, ты во многих участвовала, расскажи, почему ты выбрала именно данный проект, даже хотя бы по тому же, по процентам, которые ты зарабатывала раньше, сравни проекты и тот же «Форсаж», чем он отличается от тех проектов, которые там, ну, большинство в интернете.
Моя самая такая большая структура была, это 64 человека. Я заработала 50 с чем-то долларов. Это вот в проекте просто гейм. То есть такое огромное количество человек для того, чтобы заработать 50 долларов, но они даже не вернули те средства, которые я туда вложила на самом-то деле, потому что, я же говорю, еще на реинвесте меня заморозилось, да? И когда я пришла не просто даже в проект, когда я пришла вот в данный клуб, познакомилась с данным проектом, как бы я удивилась, неужели действительно можно с каждого партнера сразу забирать 100% без риска там вообще оставить свои деньги, да, в кабинете администратора. Ну, там. Нету злых админов. Вот смотрите, ребята, тоже вот на что обращаем внимание. Извини, я тебя перебью сейчас просто, чтобы, ну, как бы акцентировать внимание. В большинстве проектов есть всегда какой-то администратор, которому, ну, идут деньги, которые все зарабатывают, а он, по сути, как бы является такой, ну, таким администратором пирамиды, которая, ну, почему пирамидами их и называют, эти проекты, в которых есть администратор? Потому что администратор контролирует все эти деньги, большая часть идет ему, а остальным там 5-10%, 20%, ну, максимум 30%, здесь же все 100%. По маркетингу идут именно вам на кошелек. Не админу, минуя админов, нет здесь админов. Здесь используется смарт-контракт, который позволяет вообще без каких-то админов, ну, по сути, программное обеспечение, которое само по себе просто отрабатывает этот алгоритм, и вы получаете деньги, которые зарабатывает вся ваша команда. И вот Зульфия сказала, что да, у нее 64 человека было в другом проекте, и заработала она там копейки. Здесь 15 человек и заработано, вы сами видите, сколько. И опять же, это потому, что в первую очередь здесь нету каких-то там заморозок каких-то. Здесь проект абсолютно народный. Здесь нету никакой администрации. Все сделано на основе смарт-контракта. Эфириум, Трон, в зависимости от того проекта, который как бы мы там сейчас на данный момент развиваем. Еще я хочу вот добавить по поводу приглашений, да, у меня всегда было с этим проблема, просто как бы находишься с человеком, они ведут как бы твою структуру, да, активные более-менее, как, собственно, в прошлом проекте у меня и было. Если бы я этих людей привела бы в данный проект, у меня был бы чек не 2000 долларов, там, а гораздо-гораздо больше. Мне нравится здесь то, что мы ищем партнеров в команде, мы всей командой, то есть создали вот такое сообщество, да, где действительно легко, всегда можно спросить у кого-то, да, всегда тебя все поддержат. И плюс еще те инструменты, которые вы изначально даете всем партнерам, да, то есть они всем доступны, каждому партнеру, кто сюда приходит. Все, что нужно, это научиться с ними работать. Ну, на самом деле, гораздо-гораздо проще искать партнеров, когда ты в команде, когда у тебя есть инструменты, когда у тебя есть наставники, когда тебя постоянно учат на зумах, да, как нужно это правильно делать, чем когда, нежели ты один зашел в какой-то проект и просто не знаешь, что дальше делать. Вроде обучение оно есть, там очень много обучения в кабинете, но кто его смотрит? Вот, ну, я не сяду одна там и не начну смотреть эту огромную, то есть огромное количество вот этой, вот этого обучения, да, которое, ну, я и так этого не знала, я могла это все в интернете найти, да, мне же нужно, да, чтобы мне кто-то... Ну, в этом суть. Вот я пришла сюда, и вот здесь мне простыми обычными словами на Zoom, да, объясняют, что и как нужно делать. И с этим гораздо проще работать, нежели ты просто остался. Я книгу могу купить, да, лучше в интернете. Пройти тренинг какой-то, и толку никакого не будет, как для большинства. Вот. Правильно ты сказал. Смотрите, ребята, тут еще в чем суть нашего клуба. Здесь мы не кого-то не обучаем, мы никому не даем какие-то там сухие знания, там, теорию. Мы, если мы проводим какое-то обучение, мы делаем это в форме марафона, в форме таких занятий на том же Zoom, мы берем и показываем людям, вместе с ними делаем. Например, вот ребята, те, которые учились у нас на ютуберов, которые там за пару занятий вообще с нуля стали записывать свои видео, выступать перед людьми, они до этого ничего не, вообще как бы, не, ну, для них это было как бы проблематично, как для большинства, выступать на том же Ютубе и записывать видео. Мы пришли в Zoom, вместе поработали с ними, проработали, они получили командную поддержку. Очень важно, я думаю, каждый из вас знает, что такое поддержка, что такое плечо товарища. Когда ты боишься чего-то, ты боишься выйти из зоны комфорта, ну, тебя рядом товарищи, во-первых, такие, как ты, и тебе не так страшно, и, во-вторых, твои наставники, и вообще вся команда, она, ну, реально она не демотивирует тебя, а наоборот поддерживает, говорит, ты молодец, она не воспитывает в тебе какой-то комплекс неполноценности, а наоборот открывает в тебе все твои возможности, все твои таланты. И ты понимаешь, что
на самом деле ты просто в такой обстановке воспитывался и рос, что ну, тебе постоянно указывали на какие-то твои проблемы, на твои какие-то там недостатки, а на самом деле у тебя еще очень много достатков, ну, достоинств точнее, и у тебя просто там, может, ты посчитаешь наконец-то себя супергероем, найдешь свои суперкачества и начнешь развиваться, как в нашей команде ребята открываются. И опять же, очень важна командная поддержка. Зарабатывать деньги можно там, вы сами видите, мы не выстраиваем какие-то там линию 100 тысяч человек и сами на этом зарабатываем. Нам интересно работать в глубину, нам интересно прорабатывать и поддерживать других людей, давать им максимально возможные наши, ну, делиться опытом, поддерживать их, и чтобы люди зарабатывали, а не сидели просто там и ждали, когда там кто-то новый проект там запустит.